Мы будем на равных. Hello, people, вы на новом канале Lord Voodoo Железное Сердце. Сегодня мы поиграем в бета-версию Uncharted. Uncharted 4, которая по-русски переводится как «Путь вора», а по-английски «Treff End». То есть, ну, «Путь вора», в общем. Сделали легендарная компания Naughty Dog. Это является, игруха является эксклюзивом PlayStation 4. Ранее они делали эксклюзивы на PlayStation 3, PlayStation 2 не знаю. А вообще серия Uncharted зародилась именно на третьем PlayStation, когда при старте консоли PlayStation 3 была анонсирована и вышла вместе с консолью игра первая часть Uncharted. Совсем недавно было переиздание, и эту игру мы с вами наблюдать могли на PlayStation 4, которая называется «Коллекция на Nightline Drake». Вот в одной из частей была именно переиздание с третьей консоли, вторая часть и третья часть, которую я так и не начал играть, но я ее обязательно начну играть, потому что прям ностальгия щемит сердце, как говорится, после того, как я запустил бетку Uncharted 4. Uncharted 4, бета мультиплеера, была обещана тем, кто купит игру Uncharted, коллекцию Дрейка на переиздание на PlayStation 4. Вот начинается эта вся байда с бетки именно с загрузки обучающего курса. Очень приятно, что игра, кстати, на русском языке. Вы сами видели, наблюдали, что мы можем выбрать среди огромного списка языков именно русский язык. Это очень даже здорово. Сразу видно, вот люди на эти док очень трепетно относятся к людям, которые играют в их игры. Uncharted, конечно, это самая легендарная их игра. Нам просят пройти в точку. Вот слева мы видим меню-карту. Управление, в принципе, стандартное, как в обычной игре. И добавили веревку. Раньше такого не было. В мультиплеере на PlayStation 3, даже в третьей части, которую раздавали в плюсе бесплатно, я ее поиграл в свое время, там не было таких веревок. Там просто было все в плоскости. То есть мы бегали по стенам, прыгали слева-право. Вот, а здесь добавили такой... Кошкой можно пользоваться, перепрыгивать с места на место. Первые наши два противника также кидаются гранаты. В общем, управление абсолютно осталось таким же. Тут мы подбираем патрончики, перезаряжаем на треугольнички. Все пока что стандартно. Так, тащите злодеев на радаре и контратакуйте их. Цель 12 убийств нам сделать. На 72... 120 монеток. Здесь добавили еще магазин. В принципе, с джойстик видоизменился только наличием сенсорной панели по сравнению со вторым джойстиком. Поэтому вот эта сенсорная панель, туда посажен и магазин. Как вы видите, за убийство нам дают валюту игровую. Эту валюту мы можем тратить куда захотим. Сейчас познакомим немножко валютки. Я нашел тут дырку грязевую. С той стороны залезть не получается, то отсюда очень можно скатиться, да. Причем я так скатился удачно. Аж погиб. Ну, бывает. Ищите злодеев, сейчас найдем. Если опять не погибнем где-нибудь. У меня ж талант находить какие-нибудь дырочки и умирать. Вот, вот они. Вот они. Так, держи гранатку. То, что мы погибли, это нам сыграло плюсик, у нас уже магазин. Так, я могу выиграть тотем выбрать, я могу поддержку выбрать. То есть это добавило определенное количество НПСников, каждый может вызвать после определенного накопления валюты. Тебе в помощь. Да, поддержка, конечно, не помог. Подбираем оружие. Так, в дырку опять, я думаю, не стоит лезть. Пойдем со мной, чувак. Тяжеловес. Так, доберитесь до значка и займите укрытие с помощью нолика.
Это тоже стандарт. На нолике мы можем кувыркаться, либо прятаться за укрытие. Ускорение, как было в предыдущих частях на крестике, такого здесь нету. А может и не было, но, по-моему, мне казалось, было. Так, магазин. Возьми тотемчик, давайте поставим. Тотемчик тоже классная штука. Он создает заряд, который высасывает энергию из этих. За каждую, ну, каждое попадание тотема, либо пули, мы получаем 25 кубов. Ну все, мы прошли, победили обучающий режим. Теперь можно переходить уже к основной игре. Поехали. Так, у нас испытание дня. Это сделать 10 нокаутов, 5 раз помочь другу и выиграть 3 матча. Нам дали 150 золотых монеток, которые мы используем. А за испытания пройденные нам будут давать какие-то фиолетовые штучки. 50 штук за каждое испытание. Вот наши герои, которые мы можем выбрать. Тут две фракции получается. Злодеи и хорошие. Хорошие, как вы поняли, это Салли, Найтан Дрейк, Анна, там, Елена. Вот. А другие это Лазаревич, Ном, Орда и другие игроки. Все костюмы у нас пока что закрыты. Вот. Их по 2 костюма. Это все, я думаю, по мере прохождения будет открываться. Шапочки можно выбирать. Такие вот у них красивые шапочки. Я думаю, разработчики особо не заморачивались с разработкой персонажей, скинов. И... Так, ну ладно, выбрали мы какого-то героя. Управление стандартное, как вы видите, абсолютно. Прицеливание, стрельба, швырнуть гранату и все такое. Всего лишь один режим представлен, это командная игра. То есть две команды игроков соревнуются с друг другом, кто кого больше раз убьет. Также есть комплекты штурмовика, поддержки, головореза, тактик, разведчик и боец рукопашник. Это предустановленное оружие, умение и что-то там еще. То, что мы можем покупать в магазине, можем мы создать и свой комплект. Игру я решил начать со штурмовика, и по ходу мы уже все варианты испробуем. Попали мы в команду нехороших людей. Возьмем Аню. Я думаю, самый маленький скин будет в него тяжелее попасть. Ну, конечно, возможно, я ошибаюсь. Но то, что Лазаревич широкий пацан такой, бегающий с широкими плечами. Кстати, заметили, какая команда попалась соперника? 4 Найтана Дрейка и замученная Елена среди них. Да, первый, блин, как говорится, комом у нас. Первый запуск. Так, с управлением надо привыкнуть. Наша первая смерть. Порвались в банду Найтанов Дрейков. И нас просто мочили. Даже решили подраться и упали на карачки. Ну, графон, как вы видите, здесь довольно-таки приятный. Тем более с учетом того, что игра будет еще обкатываться, облизываться еще в течение... До марта, по-моему, релиз назначен на март 2016 года. У них еще 4 с лишним месяца на то, чтобы это все дело облизать. И красивенько очень представить нам. Человек из магазинчика купил себе охотника. Нет, это поддержку он купил. Вот он за него воюет теперь. Очень удобно. МПСников добавляет. Ярости, что ли? Прикладываем, попробуем. Главное найти. Вот так. На тебе. На. Вот так вот прикладываем. Кучность стрельбы здесь, мягко говоря, хромает. Видимо, она со скиллом увеличивается. Сейчас мы играем в свой первый бой, поэтому что-то с прикладом у нас получается лучше, нежели со стрельбой. Потому что автомат и разброс такой... Нифиговый. Так, это вот этот сток. Туда вверх подняться нельзя. Можно только на заднице поскользить.
Чувака лучше получается, нежели у меня. Так, одежка что-то не измазалась особо. Я думал, будет более все интерактивно, но оказалось, что нет. Вот видите, можно бегать по крышам, по домам лазить. Ё-моё. Тут снайпер где-то сидит. Ух ты. Пипец подкрался незаметно. Надин Дрейк творит какие-то чудеса. Запинал, просто потанцевал. Торсом потряс. Во время после смерти нам показывают какую-то паузу делать. Ну, вот наше первое поражение наше. Давайте возьмем какого-нибудь другого игрока. Милая мордашка. Вот видите, я не просто милая озвучка, мордашка. Да, даже помимо того, что все написано, все понятненько, что и как. Еще и озвучка даже героев поозвучивали. Да, все-таки Night Dogs в этом плане красавчики. Если они берутся делать эксклюзив на PlayStation 4, так они потом на этом эксклюзиве, помимо того, что зарабатывают огромные деньги, они еще и заставляют людей покупать консоли. Ох, вот это называется... Оказался в нужном месте в ненужное время. Там еще и несколько этих соперников. Это, я напоминаю, мы только учимся. Сильно не переживайте. Крючки. В той локации, которая была предыдущей, мы крючки использовать не могли. А здесь, пожалуйста. Кошечку зацепил и полетел. Да, так можно и в пропасть упасть. Мастер. Фломастер. Нарисовано, конечно. Тормозов нету абсолютно. Вот на телевизоре 60 FPS выдает. Я не знаю, видите ли вы это на записи, но, скорее всего, на записи этого не видно. У меня просто карта видеозахвата не позволяет с PlayStation захватить на под 60 FPS. Ну, я вам честно скажу, что это все просто шикарно. Особенно на телеке. На огромном телеке 60 FPS выдает. Никаких тормозов, лагов. Ну, по крайней мере, пока. Возможно, если мы накидаем много домовух, зажгем какой-нибудь огонь, то мы почувствуем проседание FPS. Ну, я напоминаю, что у разработчиков еще более месяца, более 4 месяца допиливания игры. Так, это что? Так, мощность, конечно, просто большой очень. Далека, если. Да, из пистолетика. Ну, к сожалению, такие вещи тоже еще иногда встречаются. Вот я такую вещь встретил. Чувак просто застрял. У меня нету патронов. Я все расстрелял. Иди сюда, сейчас я тебя полечу. Нажимая на треугольничек, мы лечим своих оппонентов. Вот видите, я нажимаю на несколько раз треугольничек. А этого делать не надо, надо просто нажать и держать. Спасибо. Находясь рядом с поверженным игроком. Да, вот это я попал. Гущу. Игра почему-то не раздражает. Даже помирая просто очень глупо. Вполне реально это переживаешь без каких-либо агрессивности и какой-то ненависти к сопернику. Ну, может, потому что я только начал играть, конечно. Тоже не исключается такой факт. Игра. Не понял, я вплотную стрелял два выстрела, а ему хоть бахнул. Это оружие явно намного ближе находить. Тяжелый. Это NPC-шник кто-то вызывал NPC-шника с команды соперника.
И добивается он тоже вручную. Кстати, тут эти исчезают. Вот, это, вот здесь вот минус, я думаю. Я бы дал за это небольшой минус, что не очень интересно, когда исчезают. Ё-моё, подсрачник мне влепили. Все-таки он попал, каблучком попал. Хороший человек. Продолжаем бегать. Вот наши. Давай, давай, давай. Что такое? Да, еще не так просто попасть. Подсрачник влепили. Так, ну... Следующий бой. Выбираем следующего лысика. Ну отличный что? Вкус, да. Очевидно, ты такой красавчик, я просто вкус. Не мог тебя не выбрать. Мы команду Найтана Дрейка представляем, да, вот. Три Найтана Дрейка, я лысик и четвертый Найтан Дрейк. С той стороны как-то более разнообразно. Погнали, чуваки, повоюем. Могут закинуть как в новую команду, только что созданный бой, где по нулям будет количество очков, а могут закинуть, как вот сейчас меня закинули уже под конец боя. Тут уже судя по очкам ловить-то как бы уже и нечего. 31-27. Я, может быть, даже еще и победим. С кем не шутят. Три нокаута до победы. Все командные бои представляют из собой систему, что надо, какая команда 35 убийств сделает соперника. Я что-то даже не понял сейчас, откуда меня подстрелили так. Спасибо. Рука помощи. Помимо всего прочего, ачивки раздают. Надо потом будет глянуть список ачивок и возможно собрать все. А может это просто... Даже не ачивка, а скорее всего, а какая-то внутренняя игровая, чтобы побольше денежек дать, допустим. Все, победа. Победили мы. Ну что, следующий бой. Напоминаю, нам надо сделать 10 нокаутов. Помочь пятерым игрокам, по-моему, или троим. И пятерым. И сделать 3 победы. Вот сейчас самое... Сложность, я думаю, начнется с победами. В попку. Давай его пинком. Опа. Эффективнее получается, конечно, в ближнем бою. Сейчас мы взяли Найтана Дрейка собственной персоной. Так, а своего интересного... Давай, допивай его рукопашку. Еще раньше. Некоторые такие... Не знаю, почему такие ловкие. Да скорее уже! Попадаются. Вдвоем его не могли замочить. Скучностью беда совсем. Вот такая вот динамичная игра. Еще раз напоминаю, мы играем Uncharted. Это в этой версии открытая версия игры, мультиплеера, режима игры Uncharted, эксклюзив PlayStation 4. Вот, так, минус, нокаут, ранение. Заработали 150 монеток на этом убийстве. Можно использоваться веревочками. Но это уже все. Просто мультиплеер пошел. Та же самая карта. Вызываем себе тяжелую подмогу. А вот где самое интересное.
Так, ну, вот этого я опасался, что сильно просто получается. Стоишь как в кире, точнее, лежишь за камушком, раскидывают. Два Найтана Дрейка. И такое случается. Чудо. Спину кто-то лупит. А, вон он, снизу. Получай. Чтобы в спину. Ну, ладно, вот так. Здесь вот вылезти нельзя. Бывают ловушечки встречаются, конечно. Этого тоже никуда не денешься. Тут два выхода получается. Ну, вот только серединка, точнее. Средний выступ. Либо с той, либо с другой стороны. Написано было в подсказках, что сильный удар делается, если мы нажимаем L1, то есть раскручиваем свою кошку и квадрат жмем, приближившись к врагу. Ну что-то у меня это дело не получается. Периодически я это дело пытаюсь сделать, но как-то что-то не выходит. Тяжеловес держит. Тотем. Вот этот тотем это очень хорошая вещь, решает не уходить подальше. Потому что закидает и все, и все на карачках. Да, беда случается. Что запомните, тотем дешевле стоит, чем игрок, но он стоит на месте и всего лишь несколько секундочек. Вот тотем. Так, надо уходить. Ой! Вот так. Вовремя я, конечно, вспомнил, что нажать на веревочку. В пропасть падать не хочется. Синхронно. Футбольный мяч просто вдвоем. Упомнули. Где-то тотем поставили. Звуком. Вот здесь я веселуха-то. Оба. Победа. Вторая наша победа. Подбор игроков отменен. И тут начались у меня проблемы. Мы будем на равных. Причем большие. Команды попадались соперников просто великолепно. Здесь вот мы сейчас штабелями сложимся. Вчетверем. А Салли будет на все это дело смотреть. Начала меня фризить, дисконнектать, выкидывать. Несмотря на все мои усилия, короче, команда попадалась мне просто шикарная. Вот, допустим, смотрите, счет 10-28. Называется, ну куда уж. Совсем. Несмотря на все мои старания, в общем, ничего у меня не получалось. Эффект, когда все теряет цветность, такое, по-моему, уже они используют, ну, значит, Доки используют во всех своих сериях, начиная с первой части. Он еще сказал, проблемы со всеми, сказал, с нокаутами тоже все было легко, а вот с победами я получился довольным таким. Ну что, зато я поиграл вдоволь быстро. Так я еще поиграл. И определенно после того, как я поиграл в эту игру, в бетку побегал, она не вызвала мне никакого отвращения, как вот это было с осадой. Или какими-то другими бетками, сейчас так насыпаю. А, Звездные войны. Здесь почему-то даже... побольше бы режимов поставили, было бы еще лучше, но в то же время, может быть, режим не добавят. Мне обещали на жду
шоке, что по мере прохождения бетки будут добавляться новые режимы. Так, купил я тяжеловеса. Может быть, мы что-нибудь до 15 числа еще и поиграем. С 3 по 15 число будет проходить бета-тестирование Uncharted. Мультиплеера 4, так что наслаждаемся. Дымок какой четкий, да? Почти как настоящий. Все-таки, я думаю, своей игрой Uncharted довольно-таки неплохо поднимут. Так, они лежат тут, належивают. Король нокаутов. О, птички, видите, сидят. Немножко мир недоработан. И в них можно стрелять, а они убиваются. И вот эти вот значки дисконнекта. Все, мы все-таки проиграли. Но не проиграли не так в сухую, как было. Следующий. А, ясно. Да, и теперь мы играем за команду злодеев. Не слишком принципиально. Против пяти, четырех Найтанов Дрейка и лысика одного. Не помню, как его зовут. А вот интересно, это будет как-то связано, четвертый Uncharted по сюжету... О, опять дисконнект. Вот про это я и говорил, что я попал в режим дисконнектов сплошных. И вот с последней победой у меня была самая плачевная ситуация. Вместо того, чтобы побыстрее получить все награды за испытания, я столкнулся с проблемой дисконнектов. Интересно, как это выглядит у игроков, которые в противоположной команде. Как в моей команде это выглядит, мне не особо интересно, как в противоположной очень даже интересно. В итоге выкидывают после нескольких таких дисконнектиков. Проверим патроны. Опять я попал в команду злодеев. Вот они, на карачках. Давай, давай. Давай. Ты чё, ты офигел, что ли? Жесть. Приперся, а? Упрямый болван! Она возмущается. Хватит. Лазаревич, конечно, сложился. Так, вот здесь я не понял, что я сделал. Ух ты. Отлично. И тут же сканер. Прости, бро, тебе конец. Поднимай, поднимай его, треугольничка. Что ты машешь? Все, не успел. Ты. И дисконнект. Даже без предупреждений, просто блин. Ну ничего, когда б я поиграл еще? Так много. Дай угадаю. Это из усов, я да? Поиграл с тремя Найтанами Дрейками. Елизаветой и усатым Сали, который считает, что я его выбрал из-за усов. Полегли! В пяточку. Это еще не дохлый. Да ё-моё, сейчас добегу его, нокаутирую. Опять дисконнект. Ну, напоминаю, это не стоит того, чтобы ставить дизлайки. Поверьте, я намного больше переживал по всему этому поводу, нежели во время просмотра. Но это бета. Это всего лишь бета. Тем более, это второй день беты всего лишь. Тящаяся монетка. О, 5 Найтанов Дрейков в соперниках. Когда бы я еще так повоевал? 4 Найтана Дрейков, один я в пилотке и Елена. Оппортунистом. Так, кого здесь я играю за команду хорошеньких. Против еще раз команды это хорошеньких. Это было очевидное так, решение. Ну, в общем, развязка, я думаю, уже близка. Взяли Лазаревича. Будем бить всех. Второй нокаут мы уже получали. Видимо, за 2 или за 3 аккаунта подряд дают вот такую ачивочку. Мастер. Забили мы его. Потихоньку зато научились.
Потому что первые игры у нас были совсем уж страшные в плане геймплея, а тут потихоньку. На помощь, я ранена! Помоги мне! Катались в луже. Поднимаем чувака. Несмотря на то, что нас стреляют. Хорошие ребята. Мы командные игроки, мы не просто так халям-балям. Вставай. Вставай. Отлично. Вы видели, как ты не давал нам встать? Молодец. Монетка, моя монетка. И что? Нет, все-таки мы опять не победили. Все-таки опять случился дисконнект. Опять мы за команду плохишей играем. Четыре, шесть. Ну, в принципе, еще не такая уж безысходность большая. Молодец. Опять мы в кустах. Напоминаю, вы смотрите игровой канал Lord Wood Железное Сердце. Мы играем первый раз в этой версии Uncharted 4. В ближайшие дни, я думаю, мы соберемся с друзьями, с плейщиками и поиграем уже в команде в это все дело. Может быть, там даже у нас получится интереснее и слаженнее. Определенно. Uncharted, конечно, план задрали очень сильно. Блин, что за маньячина со мной ввязался? Иди отсюда. Сдохни. Иди. Иди, извращенец. Чего он сдох? Отстал. Чего только не насмотришься здесь. Вот он. Ласточка. Сейчас мы его подкрадемся. Ух, он только вызвал себе тяжеловеса. Тяжеловес. Раз, два, три. Блин. Чё-то он не убивается с трех ударов. Вот ты, ёлки, а. Его убили, зато меня теперь. Кто бы поднял, а? Кто поднимет тетеньку? Джентльмены, давай. Давай сюда. Иди ко мне. Подними меня. Блин, а ты тебя что стреляешь? На того, чтобы... В моей же команде, получаются дебилы такие встречаются. Подбегает, начинает стрелять в тупика. Это командная игра, дебил. Нельзя убивать своих. Как это было в осаде. В Сидже, в осада. Там, короче, своих же игроков разыгрывали. Я не знаю, кто потом после этой бетки купил игру. Ну, я записывал, конечно, пытался записать. Вот наша последняя победа. Пытался записывать Сиджа, но я понял, что это не для меня игруха, там такое обилие ненормативной лексики. Уходим мы, в общем, из поиска и теперь используем все свои заработанные фиолетовые медальки на то, чтобы открывать сундуки. Вот это мы открыли себе. Касатка. Зимний костюм. Да вы что, гоните, что ли? Я над этим героем больше всего ржал, а мне же вы и вручили. Ну давай, следующую покупку. Там три насмешки. Апперкот, бинокль и яблоко. Яблоко прикольно, но сильно долго я изображать буду с этим яблоком. Так, ну давай, на третий раз нам по-любому повезет. Золотые монетки я тратить не хочу, по крайней мере, пока. Поэтому давай фиолетовые медальки открываем. Ну, насмешка и два головных убора. Я думаю, неплохо. Так, защищайтесь, сударь. Тоже сильно долгая насмешка. Ковбойская шляпа и панама. Так, ну что, мы заработали себе новый скин для игрока. Давайте его и примерим. Вот тут те, которые мы купили, они уже, то есть не купили, которые нам попались в сундуки, они уже считаются купленными. А другие...
Надо покупать за золото. Ну, мы будем лучше это все делать на фиолетовые медальки, которые будем зарабатывать. Так, головной убор одеваем на своего орка. Новый костюмчик. Давай, орк. Панамку или ковбойскую шляпу. Да, ковбойскую шляпу возьмем. Просто посмотрим. Есть к чему стремиться, называется. Так, ну и насмешечку какую-нибудь давайте ему возьмем. Смешка для... Так, а почему нам поменяли героя? Да, с яблоком мы будем так вот воображать, если уже соперник убежит. Вот бинокль возьмем, это вроде быстренько. Так, ну вот такого мы героя получили. Ну что ж, дорогие друзья, ставьте пальчики вверх. Вот был такой, стал вот такой в шляпе. Завтра мы обязательно набьем новые испытания. Получим еще новые фиолетовые медальки. И что-нибудь, может быть, нам выпадет более прикольненько. А с вас, дорогие друзья, подписка на канал, лайк под видео, комментарий внизу. Если комментариев будет достаточно много и вы проявите очень неплохой интерес, то я обещаю, что я вам наснимаю еще много геймплея по Uncharted мультиплееру Uncharted 4. Всем пока. О, давай покупаемся. Одежда мокрая стала. Эй, посмотри, Марко. Давай. Марко. Давай купаться. Мышек не помогут, убивал. Рыбка из воды. Ну так. Я же Найтан Дрейк. Так. Так, сюда. Сюда?